Всем привет, уважаемые пользователи, подписчики интернет-ресурса omegaobzor.com. Сегодня у нас коротенький обзор. Рассмотрим мы продукт от компании DF. Это батарейка SB310. Стоит на текущий момент она 900 рублей. И это чехол-аккумулятор. Такие же модели есть и на другие телефоны. То есть индивидуально подбираем под каждый телефон. У нас под телефон Samsung Galaxy Mega 6.3. Стоит на текущий момент конкретно этот чехол в районе 900 рублей. Примерно в этом же диапазоне будут и модели на другие телефоны. Там есть и Galaxy, есть и iPhone. Я думаю, что подобрать под свой телефон, если это не какая-то редкая модель, мы сможем. Итак, поставляется он в таком вот кейсе, хорошо защищенном. Аккумулятор защищен. На обратной стороне данные по техническим характеристикам. Давайте посмотрим на сам чехол. Все хорошо упаковано, то есть он не повредится при транспортировке. В нашем случае чехол белый. Есть также и черный вариант. Если вы следите за нашими обзорами, и так давно у нас был ноунейм чехол от китайского производителя, там был другой крепеж, то есть разъединялась у нас верхняя часть. Здесь у нас такого нет, то есть цельный, хороший глянцевый пластик. Снизу есть решетка динамика. Голос и громкость динамика проседает у нас не сильно. Здесь микро-USB разъем, и это, собственно, все элементы, но не считая кнопки включения. Светодиоды в нижней части. Для того, чтобы установить телефон, то есть мы устанавливаем телефон в разъем. У оригинального аккумулятора Samsung Galaxy Mega у нас емкость 3200 мАч. Если вы куда-то уезжаете в долгую дорогу, вы можете добавить еще 4000 мАч сверху, то есть фактически увеличив время автономной работы вдвое. Из интересных фишек также стоит отметить наличие подставочки на задней части, то есть с помощью нее мы можем использовать чехол как своего рода подставку. То есть просматривать, например, фильмы, что-то читать достаточно удобно. Нет проблем и при фотографии. То есть запас вот этого окошечка, он больше, чем глазок камеры. Для того, чтобы включить зарядку, то есть нажимаем на эту кнопочку, и у нас осуществляет зарядку. Вот пошла зарядка телефона. В целом все просто и понятно. Действительно, здесь есть 4000 мАч. При полном разряде у нас он полностью заряжает смартфон. Вот такой у нас был чехол DF Sunrise 10. Надеюсь, этот обзор был для вас полезен. Следите за нашими новостями. Всем спасибо и пока-пока.